пятницу, 22 мая, в Самарской области ожидается ясная, теплая и комфортная погода, без осадков. Воздух еще больше прогреется, днем плюс 22, плюс 25, ночью 11-13 градусов выше 0. В Сызрани безоблачно и без осадков, днем плюс 25 градусов, ночью плюс 13, ветер северо-западный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем плюс 23, ночью 13 градусов выше 0, северо-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, дневная температура 22 градуса тепла, ночью плюс 11. Ветер северо-западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 42%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.